Череду событий, посвященных победе в Великой Отечественной войне, продолжил концерт «Песни памяти и славы» в Театре Астана Опера. В программу вечера вошли произведения камерно-вокальной музыки и мелодии фронтовых лет. Вместе с опытными певцами на сцену вышли слушатели Международной оперной академии. Это душевный концерт, рассказывающий о трагической странице отечественной истории. Песни военных лет, которые мы исполняли, полны скорби и надежды на светлое будущее. Мы рады, что нам выпала честь принять участие в этом особом вечере, объединяющем поколения. Особый акцент был сделан на произведениях казахстанских композиторов, написанных в годы войны и после победы. Сочинения, ставшие бессмертными, полюбились и занимают важное место в сердцах казахстанцев. В их числе произведения известного композитора Капана Мусина «Соната для скрипки и фортепиано». Это очень редко исполняется произведение, но мы включили именно вот в этот день как память произведение, посвященное герою панфиловцам. Эти произведения – это как шедевры нашей казахской музыки, они должны звучать. С особым трепетом и волнением зрители слушали песни Мукана Тулебаева, Бакыджана Байкадамова, Касыма Аманжолова. Прозвучала и всеми любимая песня, написанная в честь Алии Молдагуловой. Эта песня очень тяжелая, она отражает красоту, храбрость, мужество этой девушки, отражает ее смелость и готовность пожертвовать собой ради своей страны, ради своей родины. В праздничном концерте также прозвучали песни военных лет «Катюша», «Нам нужна одна победа», советская вальсовая композиция «Синий платочек». Я очень люблю военные песни, конечно, но именно на этом концерте я выбрала песню «Синий платочек», потому что эта песня была очень по душе. И, по-моему, голосу тоже очень подходило. И когда я пою эту песню, наворачиваются слезы и вспоминаешь о подвигах наших героев. Наряду со знакомыми произведениями в этот вечер впервые прозвучала песня «Соғыстан оралмаған ағалар», написанная композитором и дирижером Алиби Абдинуровым. Исполнил ее студент КазНУИ Диас Оразбай. Начало мая в южной столице запомнилось открытием нового культурного пространства «Алматы Театр». Построенное всего за 2 года, оно уже претендует на звание нового центра творческой жизни не только города, но и всей республики. Начало его работы совпало с гастролями театра балета Бориса Эйфмана, сразу задав высокую репертуарную планку. Современный дизайн и многофункциональность делают «Алматы Театр» привлекательной площадкой не только для концертов и спектаклей, но для выставок, лекций и культурных мероприятий разного формата. Зал на 700 мест позволяет «Алматы Театру» давать сцену лучшим казахстанским и зарубежным коллективам. Здесь уже выступили артисты «Астана Балет». Эстафету перехватила труппа Бориса Эйфмана с постановками «Анна Каренина» и «Роден. Ее вечный идол». Но когда нам сказали, что театр построен был за 2 года, мы не то что удивились, у нас просто был шок, потому что всем известно, что у Бориса Яковлевича, нашей труппы, до сих пор нету своего театра. И сколько лет мы все ждем, когда будет наш свой театр, родной, в котором мы сможем постоянно танцевать. А тут за 2 года такое огромное здание, оснащенная и светом, и полом балетным, что очень немаловажно для артистов, потому что зачастую мы приезжаем в какие-то другие театры, и нет, к сожалению, балетного пола, а это сразу колени, стоп и спина, поэтому это очень здорово, очень красиво. Была пресс-конференция, поэтому мы внутри немножко прогулялись, там очень красивые скульптуры, очень светло. В Алматы и Санкт-Петербурга приехало 60 артистов, а декорации и костюмы для спектаклей везли на 2 автопоездах. Все это для того, чтобы показать казахстанским зрителям балет мирового уровня, неспроста названный психологическим. Совмещая чувственность, физическую силу и отточенную технику, через танцоров хореограф рассказывает драматичные истории в собственном прочтении. Музыка.
спектаклях Эйфмана органично сочетаются классика и современная хореография, а слух радует музыка Равеля, Сен-Санса, Чайковского и других великих композиторов. Часто в своих постановках хореограф отталкивается от классических литературных произведений, а также биографических историй. Играть такую монументальную личность, как Роден, чувствуешь, во-первых, огромную ответственность, и здесь очень важны именно обращение к деталям. Его манера ходить, его манера лепить. И по описанию у него были магические кисти, которые он мог влюбить в себя. Вот, женщин, натурщиц своих, просто прикасаясь к ним. И вот эти какие-то нюансы, они особо должны, ну, видны для зрителя. Мне нравятся даже такие моменты, когда, допустим, читал, что у него была близорукость. И то есть уже ты можешь погружаться скульптуру более, знаете, как будто бы плохо видя. Потому что я понимаю, у меня тоже близорукость. Тут я его понимаю, и хочется действительно изучать структуру мышц и строение тела. В отличие от драматического театра, в здании Алматы Театра между зрителями и артистами отведено больше дистанции. Погрузить зрителей в историю помогает эффект глубины сцены, а широкий обзор и работа танцоров с пространством не дают оторваться от их персонажей. В Алматы Театра уже проходит выставка в коллаборации с Музеем искусств Нурлана Смагулова. Холл на втором этаже украшают отреставрированные картины Салихиддина Айтбаева, впервые представленные широкой публике. Также при театре работает балетная школа. Southern Soul известна работой в разных музыкальных жанрах. Творческий коллектив существует не так давно, но уже успел найти свое место в сердцах слушателей. Жалпы біз Southern Soul тобы әр бақытта жұмыс істей береміз. Группа Southern Soul появилась на свет буквально 2-3 года назад. Работаем мы в разных направлениях, так как наши музыканты, они профессионалы. Мы исполняем казахские народные песни в созвучии с культурой Европы. В этом наша уникальность и изначальная главная цель создания группы. Вскоре мы добавили в свой репертуар и авторские песни. Southern Soul я пришла совсем недавно. Вот, в этом году будет год, как я работаю в этом прекрасном коллективе под руководством нашего маэстро, нашего гения Аделжана Толухпаева. Это просто колоссальный опыт, потому что работать с такими людьми невероятное счастье. Вокально-инструментальная группа, которая стремительно набирает популярность, представила свой авторский вечер. На концерте коллектив порадовал слушателей совершенно новыми композициями. Вместе с ними на сцене выступили специально приглашенные гости. В их исполнении прозвучали полюбившиеся в народе песни в оригинальной аранжировке Адильжана Тулыкпаева. Отметим, что композитором большей части песен коллектива является Ширин Базаркулова. В этот раз под аккомпанемент музыкантов она исполнила авторское произведение «Шарах Тайман». Текст к этой песне написала Мархаба Саби. Очень такая философская песня, я думаю, с глубоким таким смыслом. Вот. Мои песни в основном наполнены казахскими мотивами, нашим национальным колоритом. Есть что-то и современное, но стараюсь работать в разных направлениях. Впереди у группы Southern Soul очень много планов. Одна из основных целей – выход на международный уровень. Сейчас творческий коллектив работает над новыми песнями, которые будут не только на казахском языке, а также на русском и английском.